остатков там, с лишним лет, искусство не оценивается в категории одна остатка. Это не просто красивые мишки в лесу. Искусство должно быть просто красивым. Оно не про красоту, оно про другой способ, новый способ описания мира, новый способ обрабатывания вообще, знания о современности, реальности. И отчасти это похоже на научный поиск. Номинирован на проект года, проект юбилейного 10-го года винзавода, придуманный как автором цикла Николаем Палачем и 10 разными кураторами тоже. Эта институция, как и многие другие, все раз взрастили за последние годы и попытались и масштабированием их проектов до таких гигантских сольных выставок вывести в режим, в категорию mid-career, да, художников среднего возраста уже, а не молодых. А, собственно, проект Владимира Логота, который нас сложно назвать молодым художником, он уже очень известен, мне кажется, на московской сцене, сам он из Самары, вы знаете, он является арт-директором фонда Смирнова и Сорокина, куратором. И эта выставка представляла собой очень сложное для экспонирования, тем более для реэкспонирования в другом месте проект, который он создал вместе с куратором выставки Екатериной Иноземцевой из «Гаража», да, и потрясающим архитектором Екатериной Головатюк из «Бюро Грейс», которые выстроили очень сложно устроенное такое пространство из разных деревянных, перегородок, стен, которое структурировало взгляд посетителей, где сама архитектура диктовала логику прохождения через нее. Музейная и художественная организация может номинировать любой художественный проект на премию «Новас», если не считает его инновационным.